Всем привет! У меня не очень там такой красивый бэкграунд, какие-то коробки, но зато я хочу сегодня очень важную тему затронуть. Тему красивого, плоского, здорового животика. Вот, если у меня животик в тонусе, он выглядит примерно вот так. Да блин, просто Артем приехал в Москву, мы сейчас должны с ним снять одно видео. Вот, а он очень любит всегда ко мне в сторис залезть. Вдруг кто его увидит, перейдет к нему, подпишется, он все это очень любит, обожает. Вот, поэтому ни в коем случае так не делайте. А так, а если расслабленный, вот так он выглядит у меня. Я написала в предыдущей истории, животик может быть не плоским не только из-за того, что недостаточно накачаны мышцы или есть подкожный жир. Если вы хотите узнать, в чем причина того, что именно у вас животик не плоский, то приходите на интенсив от школы женского здоровья «Я здорова», которая уже 14 лет специализируется на восстановлении и укреплении женского здоровья. Может быть, у вас есть диастаз, получите ряд упражнений для укрепления мышц пресса без консервативных методов. Ссылочку я здесь прикрепила, смахивайте вверх, переходите на сайт, знакомьтесь с более подробной информацией.